Урановый подарок от США. Какую угрозу для мирных граждан несут снаряды с обедненным ураном? Вашингтон объявил о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи, который, среди прочего, будет включать снаряды с обедненным ураном для американских танков «Абрамс». Сами танки, как сообщили в Белом доме, прибудут в Украину в скором времени. Дискуссии о целесообразности поставок «Абрамс» украинской армии ведутся уже больше года. Еще более спорным является вопрос передачи урановых снарядов, которые могут нести опасность для людей и окружающей среды. Что известно о боеприпасах с обедненным ураном? Какие угрозы они несут мирному населению? Как реагирует Россия на урановый подарок для Киева и что говорят эксперты? Рассказываем в обзоре Белта. Эпидемия рака. Чем опасны снаряды с обедненным ураном? Обедненным ураном называют токсичный тяжелый металл. Он обладает теми же характеристиками химической токсичности, что и природный уран, однако меньшей радиационной токсичностью. Обедненный уран имеет высокую плотность, которая примерно в 2 раза превышает плотность свинца. Благодаря этому свойству обедненный уран используют в качестве балласта в судах и самолетах. В военной промышленности он применяется для увеличения прочности брони, например, в американских танках «Абрамс». Также обедненный уран используется при изготовлении сердечников для бронебойных боеприпасов. Такие снаряды способны пробивать броню. При их взрыве высвобождается пыль окиси урана. Согласно выводам МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды при локальном загрязнении территории мелкими частицами обедненного урана не является значительной. Исключение составляют случаи, когда человек напрямую взаимодействует с урановыми снарядами или их фрагментами. Научный комитет ООН по действию атомной радиации также пришел к выводу, что никаких клинически значимых отклонений, связанных с воздействием радиоактивного излучения обедненного урана, обнаружено не было. Наряду с этим ООН по какой-то причине неоднократно выражал беспокойство в связи с использованием урановых боеприпасов. Между тем, ученые-медики в ряде стран уже не раз заявляли, что снаряды с обедненным ураном могут представлять угрозу для здоровья людей и окружающей среды. Согласно исследованиям Института радиобиологии Вооруженных сил США, обедненный уран может вызывать окислительное повреждение ДНК. Международная коалиция по запрету уранового оружия заявляет, что при разрыве снарядов с обедненным ураном возникает радиоактивная пыль. Попадая в организм человека, она может нанести серьезный ущерб. В частности, это может привести к ряду заболеваний, включая рак, почечную недостаточность, нарушением развития плода в утробе матери, различным мутациям. Боеприпасы с обедненным ураном применялись американскими военными в ходе операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе, а также во время вторжения в Ирак и интервенцию в Югославию. После этого многие ветераны армии США испытывали проблемы со здоровьем, связывая это с воздействием урановых боеприпасов. Среди жителей тех регионов, где применялись данные снаряды, наблюдался значительный рост числа онкологических заболеваний и пороков развития у детей. Так, Сербия заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тысяч человек. Из них от 10 тысяч до 18 тысяч умерли. Происходящее в стране даже называли эпидемией рака. Боеприпасы с обедненным ураном состоят на вооружении армии ряда стран. При этом военные ведомства США и Великобритании называют обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, которые используются десятилетиями и не имеют никакого отношения к ядерному оружию. Снаряды без обязательств. Кто первым поставил Киеву урановые боеприпасы? В теме поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном США не стали первопроходцами. В этом их обогнала Великобритания. Еще в апреле заместитель главы Минобороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Лондон отправил Киеву 1000 снарядов для британских танков «Челленджер-2».
в том числе и с обедненным ураном. При этом Хиппи заявил, что британская сторона не отслеживает применение этих снарядов украинской армии, а также не несет обязательств по ликвидации последствий их использования после окончания конфликта. В российском посольстве в Великобритании тогда указали, что западные страны намереваются превратить Украину не только в военный полигон против России, но и в радиоактивный могильник со всеми вытекающими последствиями для экологии и здоровья местных жителей. В посольстве РФ также обратили внимание, что Лондон пытается снять с себя ответственность за использование Киевом урановых снарядов и перевести стрелки на украинскую армию. Президент России Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на этот вызов со стороны Украины и Запада. «У нас без преувеличения сотни тысяч, именно сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяем», – заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также обратил внимание, что урановые снаряды не относятся к разряду оружия массового поражения. Однако после использования таких боеприпасов в бывшей Югославии и Ираке кратно выросли онкологические заболевания у местных граждан. Сердечник снаряда с обедненным ураном все-таки порождает так называемую радиационную пыль, и в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера, сказал Путин. При этом снаряды с обедненным ураном представляют опасность не только для участников боевых действий, но и для гражданского населения, а также для окружающей среды, отметил российский лидер. Поставки в Украину британских боеприпасов с обедненным ураном прокомментировали и в Китае. «Заинтересованные стороны должны охлаждать напряженную ситуацию, а не подливать масло в огонь. Должны способствовать дипломатическому решению конфликта, а не дальнейшей эскалации ситуации», заявила в конце апреля представитель китайского МИД Мао Нин. А уже в мае глава российского совбеза Николай Патрушев сообщил об уничтожении в Украине западных снарядов с обедненным ураном, в результате чего образовалось радиоактивное облако. По словам Патрушева, рост радиации был зафиксирован в Польше. Само облако двинулось в сторону Западной Европы. Второй пошел. Что известно о поставках из США? В июне американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила о планах США предоставить Киеву снаряды с обедненным ураном. По данным издания, в администрации президента США Джо Байдена несколько недель велись внутренние дебаты касательно поставок Киеву танков «Абрамс». В частности, поднимался вопрос о том, какими боеприпасами стоит оснастить танки. В итоге в Белом доме было принято решение о передаче снарядов с обедненным ураном. 6 сентября Пентагон опубликовал заявление, в котором говорилось о выделении Украине очередного, 46-го по счету пакета военной помощи со стороны США в размере 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Пакет включает в себя дополнительное оборудование для сил ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для ранее обещанных танков «Абрамс», говорится в заявлении Пентагона. В Белом доме утверждают, что снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы и помогут вооруженным силам Украины максимально эффективно проводить контрнаступление. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что вооруженные силы многих стран, помимо Соединенных Штатов, используют снаряды с ураном. Понятно, что США все равно. Как отреагировали в России? Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Соединенных Штатов поставить Киеву снаряды с обедненным ураном очень плохими новостями. Применение этих снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями. Последствия эти ощущаются также на последующих поколениях тех, кто каким-то образом соприкасался и находился в районах применения этого оружия, приводит слова Пескова ТАСС. Представитель Кремля отметил, что ответственность за последствия использования снарядов с обедненным ураном целиком и полностью будет лежать на США. «Все должны отдавать себе в этом отчет», – добавил он. Передача Соединенными Штатами снарядов с обедненным ураном украинским властям является преступным актом, ведущим к эскалации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Комментарий простой.
Это не просто эскалационный шаг, но это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий. «Это, по сути дела, преступный акт. Другой оценки я дать не могу», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Дипломат обратил внимание на то, что уже написаны сотни материалов, проведены десятки обсуждений с привлечением лучших экспертов, экологов, врачей, специалистов по изучению химических взаимосвязей в природе между минералами и живыми организмами. Но американцам все нипочем, констатировал замглавы МИД РФ. Понятно, что это не на их территориях будет применяться. Понятно, что им все равно, кто там это будет вдыхать, где это будет оседать и каким это последствиям приведет для тех, кто непосредственно сейчас воюет. И что будет с поколениями, которые будут жить на этой земле, заключил Рябков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о том, что снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы. Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно, написала дипломат в своем телеграм-канале. Она напомнила, что после применения боеприпасов с обедненным ураном наблюдался кратный рост онкозаболеваний. Это на себе проверили, не подозревая о последствиях, солдаты НАТО. В первую очередь итальянские военные во время агрессии НАТО против Югославии. Из 7500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека. 5% летальность – каждый 20-й человек. Причем умирали от мучительных онкоосложнений. Дисфункция почек, рак легких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия, перечислила дипломат. Захарова также отметила, что от применения снарядов с обедненным ураном пострадали сербы. По данным Минздрава Сербии, в регионах, подвергшихся натовским бомбардировкам и ударам, наблюдается значительный рост следующих заболеваний. Онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунное заболевание широкой патологии, патологические осложнения беременности, психические расстройства у детей, напомнила дипломат. Радиация выше, чем в Хиросиме, что заявляют эксперты. Сербский адвокат Серджан Алексич, представляющий интересы пострадавших от обедненного урана в исках против НАТО, сообщил, что в стране эпидемия рака. По информации самого НАТО, это больше уровень радиации, чем в Хиросиме и Нагасаки. Этот уран навечно останется в Сербии, что означает, что наши граждане все больше и больше будут болеть, рассказал адвокат в интервью РТ на Балканах. При этом, по его словам, в Североатлантическом альянсе считают, что у них якобы иммунитет и что они не несут за это никакой ответственности. Мы это оспариваем, ведь это не так. НАТО должно ответить за гражданские жертвы, за людей, которые и сейчас заболевают из-за экологической катастрофы, рассказал адвокат. Алексич подчеркнул, что блок НАТО должен выплатить ущерб гражданам Сербии, которые заболели раком, в случаях, где есть возможность доказать связь между применением этих снарядов и болезнью. Это доказывают анализы крови, биопсия, которую мы провели двум нашим гражданам в итальянском Турине, так же, как это делали итальянские военные из миротворческой миссии в Косово и Боснии. Мы получили подтверждение, что присутствие в организме обедненного урана – 500 раз выше допустимой нормы, рассказал адвокат. В свою очередь, командир 52-й артиллерийско-ракетной бригады ПВО в Джаковице, Косовой Метохии, генерал Милош Джошан, в комментарии РТ предостерег украинские власти от использования снарядов, поставленных западными странами. «Я бы сказал украинским военным, что эти боеприпасы направлены против них точно так же, как и против российских солдат. Однако в большей степени это оружие направлено против их детей и внуков, против всего, что растет на поверхности этой прекрасной и плодородной земли. Пускай они поблагодарят американцев и откажутся от такой помощи. Если они не смогут этого понять сейчас, то поймут через много лет после того, как эта война, в которую их так хитро заманил Запад, закончится», — сказал Джошан. В свою очередь, военный политолог Иван Коновалов считает, что передача таких боеприпасов Киеву вызвана снарядным голодом в самих Соединенных Штатах.
У США и их союзников серьезные проблемы со снабжением снарядами обычного типа, поэтому приходится отправлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, которые находились на хранении, пояснил эксперт. По словам Коновалова, Пентагон и Белый дом исходят из того, что никаких официальных заключений по поводу дополнительной опасности таких вооружений якобы нет. А нет их, потому что Пентагон и НАТО не хотят, чтобы они проводились. При этом США и другие страны блока используют эти снаряды по той причине, что у них нет доступа к вольфраму, материалу, схожему по плотности с ураном, из которого тоже делают бронебойные снаряды. Основные запасы этого металла сконцентрированы в России и Китае. При этом сообщения о последствиях применения снарядов с обедненным ураном на Ближнем Востоке и в Югославии США игнорируют. Это обычная англосаксонская казуистика, которой в Вашингтоне и Лондоне прибегают постоянно, подчеркнул эксперт. Однако оснащение ВСУ такими боеприпасами на возможности сил ВСУ значимо не повлияет, добавил Коновалов. Потому что пробивная способность наших снарядов не меньше, а то и выше. С другой стороны, танки на линии соприкосновения в основном используются для огневой поддержки, то есть по большей части ведут огонь фугасными снарядами. Прямых танковых сражений фактически не бывает, за исключением отдельных случаев. Тогда зачем ВСУ нужны эти снаряды? Затем, что ничего другого Америка им дать не может. И это свидетельство того, что основные арсеналы США и НАТО иссякли, заключил военный эксперт. Хорошо их дырявили. Что известно о поставках «Абрамс»? Снаряды с обедненным ураном нужны для американских танков «Абрамс», которые Вашингтон планирует передать Украине в ближайшее время. Поставить Киеву танки США обещали еще зимой. Как сообщала «Вашингтон-Пост», Вашингтон вначале не планировал отправлять свои танки в Украину. Это был вынужденный шаг, необходимый для того, чтобы Германия согласилась поставить Киеву немецкие танки «Леопард». При этом в Белом доме изначально сообщали, что на доставку «Абрамс» уйдут месяцы, поскольку танковый батальон для Украины планировалось собрать путем заключения контрактов на поставку с производителями бронетехники. В январе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США отправят в Украину танки «Абрамс» модификации М1А2. Она также отмечала, что украинской армии будет сложно поддерживать боеспособность американской бронетехники. Такой же точки зрения придерживались глава Пентагона Ллойд Остин и глава Генштаба армии США Марк Милли. Американское издание «Политика» со ссылкой на источники сообщало, что США намерены поставить Украине усовершенствованную версию танков «Абрамс», однако без секретных элементов брони, включающих обедненный уран. Это связано с тем, что США не хотят, чтобы их технологии попали в руки противника. Издание отмечало, что версия танка «Абрамс» М1А2 включает в себя сложную оптику и средства управления, которые помогают командирам быстро обмениваться данными, отслеживать дружественные машины, определять позиции противника. В июне поставки «Абрамс» Украине анонсировал представитель Пентагона Патрик Райдер. Он сообщил, что Киев сможет получить танки осенью. При этом Райдер уточнил, что речь идет о модификации М1А2 «Абрамс». Примерно в это же время в Пентагоне сообщили, что около 200 украинских военнослужащих к концу лета завершат обучение применению «Абрамс» на поле боя. Подготовка военных была организована в Германии. Говоря об «Абрамс», стоит отметить, что это хорошо защищенная машина, а также один из наиболее тяжелых танков. Разные модификации «Абрамс» стоят на вооружении армии США, Саудовской Аравии, Египта, Ирака, Кувейта, Австралии. В прошлом году американские танки впервые получили Польша и Тайвань. Эксперты отмечают, что 105-миллиметровое орудие первой версии «Абрамс» пробивает ранние модификации российских Т-72, Т-62. Против Т-90М они уже не очень хороши. Он имеет улучшенную защиту, более мощное орудие и более совершенный прицельный комплекс, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Андрей Фролов. Для Восточноевропейского театра, особенно для весенне-осеннего периода, «Абрамс» очень тяжелые машины. У них больше ограничений по проходимости, чем у того же Т-72. Соответственно, для них нужны понтонные парки, броневые ремонтно-эвакуационные машины.
Эксперт напомнил, что у «Абрамс» совершенно другой расход топлива. Это будет дополнительная нагрузка для системы снабжения. Они также более сложны в обслуживании. Соответственно, надо иметь и подготовленных людей, и материальную базу. Или возить машины на ремонт в страны НАТО. Свое мнение касательно эффективности «Абрамс» выразил военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Это будут «Абрамс» экспортного варианта М1А1. Там попроще защита. Будут сняты системы управления огнем, бронелисты из обедненного урана. Это будет просто обычный танк. Может быть, они что-то в виде динамической защиты повесят? Это вопрос открытый. Во всяком случае, такие танки были замечены во время иракских конфликтов. Очень хорошо их там дырявили. Поэтому ожидать какого-то оглушительного успеха ВСУ с появлением «Абрамс» на поле боя я бы не стал. Да, они, конечно, будут использоваться в ущерб, может быть, даже какое-то нанесут, но все равно российские военные с этими танками разберутся, сказал Леонков в беседе с ТАСС. Он напомнил, что заявлена поставка Киеву 31 танка. На них подготовлены экипажи – 60 человек. Первая партия – 10 единиц. Понятное дело, чтобы бороться с нашей бронетехникой, нужны серьезные бронебойные снаряды. Вот как раз с обедненным ураном, по мнению американских аналитиков, смогут составить конкуренцию нашим танкам. Но все понимают, что здесь вопрос опытности экипажа. У нас есть очень опытные экипажи. Конечно, найти уязвимые стороны «Абрамс» займет время. Например, те же самые «Леопард-2» считались лучшими танками, чем «Абрамс», добавил он. Леонков считает, что США идут на этот шаг из-за трений с европейскими союзниками, потому что США обещали, что вместо поставленных в Украину европейских видов вооружений будут поставлены американские, а этого нет. Поэтому сейчас европейцы всячески сопротивляются давлению США по поставкам этого вооружения, апеллируя к тому, что американцы, во-первых, сами не поставили эти «Абрамс», отметил эксперт.